Всем здорово, продолжаю проходить ПВЗ-2. Значит, здесь в арене я проиграл все руки. Здесь открылся новый сезон. То есть, и сейчас покажу, какое растение там можно выиграть сейчас. Семена на оливку там также можно выиграть. Вот это растение, оно никуда не делось. Плюс еще можно... А, нет, не выиграть, а появилась продажа... Где же оно? Ну, короче, сейчас там покажу. На 6 дней кедр такой. Он останавливает. Вот, 100 гемов. На 6 дней его поставили. В принципе, его можно, конечно, купить, но не такой уж он и полезный, честно сказать. Так, костюмы. О, а вот это хорошо. Давай возьмем семян. Все, надо экономить деньги. И то я там выиграл на арене немного гемов, вот, денег, немножко этих конфет. 1500. Хорошее растение. Так, здесь появился New Epic Quest. Мы его сыграем по-любому. Вот он. На 50 премиум чего-то там. Не посмотрел я. Вот, сейчас сыграю в пенатку, посмотрим, что здесь. Дают лишь два ряда. Здесь и здесь. С остальной могилки. О, что за дичь такая сразу? Этих мы оттянем. Сейчас еще здесь еще не шел. Здесь пойдет по низу. Ну, я успел поставить. Ну, я так понял, тут так и надо играть. Оттягивать немного этих, чтобы те взорвались. Эти меня бесят саркофаги. Прям не знаю почему. Так, а если я так поставлю? Успела взойти, в принципе. А пусть они, в принципе, идут, чё? Им надо взорваться, так и так. Сейчас, если здесь пойдет, конечно, он сожрет. Пусть идут, если что, у меня два вентилятора есть. Так, продвигается голова, значит, идет уровень все-таки. Угу, подожди, взорвали они, да? Бах-бах. Твою мать, я не успел. Прикармливаем минки эти, срочно прикармливаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько дают. Короче, тут постоянно на прикорме надо держать. Такая дичь. Могила не взрывается, кстати, ни хрена. Последняя волна, что ли? Ладно, посмотрим. Ускорим, а то они будут полдня идти. Мне еще 5 уровней побеждать в этой, в пенате. В принципе, пофиг, они могут и по косилке пойти. Пусть идет 10 монет за косилку, а его потом оттягивать, снова минус ставить. Это пусть проходит.
Угу. Отлично, на прокачку вот этот. Завтра будет голова зомби, хорошо. Так, Садзен. Взошли ромашки. Кувшинка, все, восходит. Все, погнали в ивент. Угу, посмотрим, что там делать надо. Так, тут трешак. Это зомби сумасшедший просто. Ну вот он, то есть сейчас увидите, в принципе, что тут кедр делает. Он просто замедляет, кидает такие ляпухи на землю, которые замедляют. Оп. И все, он вязнет там потихоньку. Вот эти вот бульбы я хотел открыть. В этом... Пляж большой волны, или как-то так называется. Мир. Во, пошли эти осьминоги. Бесячие. Полетели эти. Как их зовут, осьминоги, которых они накидывают. Они, кстати, еще и сами по себе довольно крепкие, эти кальмары. Так, а что если я вот так сделаю? Угу. Да это что-то нифига не помогло. Вообще. Тут сейчас по-любому по центру проходит, да? Да. А, ну все, это последняя волна. Она, в принципе, и есть. Ну, что я могу поделать? Пусть проходит. Ради бога. Вот если бы там не было косилки, я бы, конечно, тут просрал уже. Вот. Так. Поехали дальше. Так, тут новый состав. Но тоже дикий. Арбузик. Ну, такой арбузик вообще классный. Да и замораживающий тоже крутой. Так, давай сюда. Я думал, таких тут не будет в этом этапе. Давайте на парочку. Тогда разбирайтесь. Смотрите, если его прикормить, что будет? Он просто закидывает массы такой кедриками, и они здесь вязнут только потихонечку. Я так понимаю, если его потихоньку прокачивать, он потом будет, они будут дольше и дольше, то есть вязнуть в этой штуке. Так, магнит с них стягивает. Эту пластину, которая на них, да? Давай еще замальцаем вот так вот туда. Все хорошо. И хорошо. Два арбуза. Где еще? Я жду арбуза, а его все не дают. Хочу посадить здесь.
Гантюа тянется, так. Ну пусть тянется. Вот так, давай. Под это, подмедлим немного. Это жесть, бомбежка такая. Вот он малой тут повяз. Но он успеет отъесть. А нет, он не успел съесть. Дырохострел. Много как по этой линии тянется. Тогда сюда. Там еще и пианисты. Вот пианисты очень опасны. Не по этому ряду мне сейчас тут пройдут. Скорее всего. Там их два. Смотри, они просто это сбривают, в общем, любое растение. Оно просто исчезает. Я ставлю, оно исчезает. Никакой бомбочки не дают. Какую-нибудь дали бы вишневую бомбу и все. Так, ну чё, пусть проходит, чё. Время терять на них. Так, понял, тут будет каждый уровень свой набор зомби. Ну, здесь все то же самое, кроме пианистов. Шипы, шипы, шипы. Кто откуда первый пойдет? Думаю, мы вот так заморочимся сейчас. Так, нет, такую надо поберечь. Давай, бомбочка, вылази. Сколько можно ждать? Еле-еле успела вылезти. Как замедляет. Смотрите, как он идет. Еле тянется. Вон, как он вязнет в этой смоле или что это такое. Скорее всего, это смола и есть. Вот этого тоже мы подорвем. Раз. Два. Хорошо. Давай за это замаслаем. Насколько это возможно. Они будут очень долго там идти. И вот так сделаем. Почистим вот эту нижнюю зону. То же самое. Рано, конечно. Надо было чуть-чуть подождать. Угу. Так, Гаргантюа выдвинулся сверху. Ничего страшного. Сразу чистим там. Он и сразу малого выбрасывает. Давай ему сюрприз там поставим. Центр зачистим. Так, здесь проходят. Здесь нету этого. Кедра. Нету там. Оп.
Хоп. И хоп. Он их помедлит хорошо. Сразу малого выбрасывать, как только его взрыв, ну, подрываешь. Бомбочка малого выкидывать сразу. За спину поставим. Теперь вот так. Так, сверху он еще не выбрасывал малого. Да, давай вот так туда зачистим. Отлично. Отлично. Едем дальше. Прикольно. Не просто так дали вот эту штуку. И снизу, да? Крокодилка. Квакодайл. Ага, вот этот вот опасный чувак. Так, давай замаслаем сразу прикормкой. Где у меня не стоят шипы вверху? Так, а, тут Гаргантюа тоже есть, что не посмотрел. Малого пока он не выбрасывает. Зато андроиды маленькие посыпались. Ух, налетели. Сейчас все сожрут, да, мне тут? Да. Так, ну берись, берись. Угу. Надо предельно концентрироваться тут, смотреть, что происходит. Последняя волна. Хорошо. Тут он по ковру из шипов вообще крутит, охренеть. Малой его забросили. Крокодайл сразу побежал. Что-то сильно смело вверху он идет. Давай вот так почистим. Так, он сейчас малого скинет. По-любому. По-любому. Давай прокусим тогда. Отлично. Да, чуваки, варенье, конечно, не пальцем, блин, деланное. Я там охренел, сколько они очков набирали. Защитить этих надо. Они довольно, кстати, хрупкие. Кто, 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 где? Блин, я прогадался вот этим.
Надо ему в ляпух кинуть. Кидай уже, господи. Что ты ждешь? Все, тогда он до мины будет идти полгода. Так, откуда пойдет? Все, маслаем. Максимально. Ух ты, башка как отлетела резво. О, вот этому мина просто как очень наш нужна молитва. Он успеет ее, видимо, съесть. Она не успеет зайти. А нет, успела. Вот эти летуны тоже проблемные. Гаргантюа, по-моему, не было там. Я не помню. Задержать надо этого. До этого тоже. Так. Давай-ка сразу пару минок. Угу. Оттянем. Так, а сейчас будет последняя волна. Или она уже нет, будет сейчас. Да, вот она. Да ну, у них шансов нету пройти. Угу. Отлично. Небольшая прокачка. Всегда нужна. Капустка качнулась. Отлично. Ну вот я смотрю, и время есть еще начать новый мир. Пустка сколько стоит? 1500, но она стала крепче, у нее урон 70. Сколько там у арбузов урон? 85. Почти как у арбуза дамаг. Да. Тридцать два уровня здесь, да? По сложности такой же, как и ледяной. Ну, поехали. Вот этого откроем сейчас. Роза или что это такое? Lost City. Вот такие же есть с чашками на головах. Так, чем тут лучше играть, даже понятия не имею. Будем выяснять. Ну, то есть их заморозка вот здесь бьет. Уже хорошо. А вот этих довольно эффективно играть, но долго их строить делать.
А давай так сыграем. Через вот такого бловера. Так, по двум фронтам сразу тянутся. Ничего, пусть идет. Ставим на плитки, солнце приходит немного. Хорошо. Луком его немного при этом пристанет надо. А, так она стоит и постоянно приносит солнце. Я думал, поставил и все, и забыл. Вот так еще, конечно, лучше. Так, вот так. Давай еще разочек заморочим. И еще разочек. Так. Тут вообще дичь какая-то произошла, то есть его он провонялся после того зомби, его еще и лук, в общем, своим запахом застанил. Вот опять. Да, жесть, ни хрена солнце здесь мне. Плитки эти принесли. 150. К категории горохострелов относится. Ну, чё, хорошо, посмотрим, что за росток, что он умеет. Не помню ничего, может, видел его. Когда-то. Так. Редстингер. Что тут вообще открывается? Голова. А, вот такой. Стенорех колючий. Замедлялка. Вот это вообще вещь хорошая. Как-то была она. Этого я не знаю. И все. Ну чё, я понял. Будем играть. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.